Всем привет! Интересно и даже полезно наблюдать за поведением, мимикой и движениями человека. Язык тела позволяет считывать много ценной информации о себе, а также о окружающих. И сегодня мы поговорим, что означает ваша любимая поза сна. Сон в стандартной позе. Такое положение называют обычным, так как его занимает 30% всех людей. Это поза сна на боку с немного согнутыми конечностями. Положение рук чуть выше уровня головы. Рука может быть спрятана под подушку или находиться на груди. Как правило, так спят на постоянной основе открытые и с высоким адаптационным потенциалом люди. Обычно это гибкие, спокойные, гармоничные и общительные личности, имеющие много друзей и нередко стоящие в центре внимания. Сон в позе цапли. Данная поза свойственна для непредсказуемых и своенравных людей. Про них говорят «человек настроения». Депрессивное состояние сменяется на душевный подъем и всеобщий позитив. Сон в позе эмбриона. Под этой позой подразумевается положение на боку с подтянутыми груди конечностями. Когда человек так спит постоянно, то это дает определенную информацию про его характер. Вероятно, у него повышенная тревожность и в поведении преобладает нерешительность. Эта картина характерна людям, которые не сумели при взрослении психологически отделиться от родителей. В результате у них есть мощная потребность в поддержке извне. Такие люди зачастую замкнуты, им тяжело общаться. Из-за чувства тревоги, которое накрывает при контакте с другими людьми, им становится сложно корректно выражать свои чувства и использовать эмоции. Сон в позе солдата. Положение ровно на спине, а руки при этом вытянуты вдоль туловища. Такая позиция типична для замкнутого и скрытного человека. В общении такой человек выдержан и немногословен. Он больше действует, чем говорит, но не суетится, не делая дел впустую. Это твердая и прямая персона, требующая многого от других и от самого себя. Такой человек стремится к высокому качеству абсолютно во всем. Сон в позе звезды. Положение звезды может выступать отражением сложившихся в жизни ситуаций. Такой позой тела разум пытается продемонстрировать, что человек имеет право на свое место и может защищать свои личные границы. Спать как звезда также могут захотеть те, кто ощутил прилив сил и понял, что является успешным по жизни. Поза сна на животе. Такой человек обычно составляет четкий план на весь день. В худшем случае в общении просматривается занудность. Но также невозможно не заметить упорство и настойчивость. Целеустремленность помогает выйти на лучшее материальное положение, а также завоевать хороший статус в обществе. Сон в королевской позе. Такое поведение свойственно порядочным и честным людям. Нотки грубости могут быть вызваны прямолинейным характером. В такой позе человек отдыхает, который по жизни является лидером и привык получать желаемое. Порой достижение целей похоже на упертость. Сон в философской позе. Эта вариация сна называется философской, потому что человек в этот момент похож на мыслителя. В этом есть и разгадка этой позы. Скорее всего, это рассудительный и очень серьезный человек, который может подолгу анализировать что-то и обсуждать самые сложные темы. Ему присуща медлительность в быту и в общении. Возможны сложности в контактировании с людьми противоположного пола. Сон в позе бревна. Корпус повернут на бок, руки протянуты вдоль тела. Такое положение говорит об открытости и доброте человека. Такие люди легко находят общий язык практически с любыми, кто встречается у них на пути. Человек может долго думать, прежде чем принять решение, зато оно окажется точно верным. Если такая личность попадает в неблагоприятную среду, где царит ложь, то приобретает соответствующие качества, перестает доверять людям и становится циником. И в заключение хочется добавить, невозможно однозначно сказать, какая именно поза для сна верная. Для каждого человека она своя. Главное, уделяйте много внимания своему отдыху в целом. Своевременно проветривайте и наводите чистоту в спальне. Позаботьтесь о своем психологическом комфорте. Используйте самые качественные аксессуары для сна и приятное постельное белье.